честь защитников Родины в городском округе стали добрые традиции. В рамках проекта «Герои Химок» для жителей города выступают творческие коллективы и сольные исполнители. В программе стихи, проза и песни военных лет. В библиотеке семейного чтения на левом берегу детские коллективы исполнили патриотические песни. Мы вспоминаем наших героев, химчан, которые в бою и в тылу ковали победу тех страшных дней 1941-1945 года. При поддержке Дворца культуры Родина и Центральной детской школы искусств дети спели песни военных лет и рассказали стихи. Все прошло тепло и душевно. Прийти на концерт, посвященный памяти о войне, можно бесплатно. Их проводят в общедоступных местах, парках, скверах и даже во дворах многоквартирных домов, чтобы каждый желающий смог поучаствовать и почтить тех, кто ковал победу.